Друзья, всем привет, с вами Павсус, и сегодня мы начинаем прохождение Call of Duty Modern Warfare 4. Давайте нажмем новую игруху. Хочу сказать то, что будем на канале проходить мы с вами. Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Так вот, хочу сказать то, что мы с вами будем проходить эту часть, потом третью Modern Warfare и вторую Modern Warfare. А почему четвертая начала? Потому что она самая первая из четырех игр. То есть, эта часть вышла в 2007 году, третья часть вышла в 2009, вторая часть вышла в 2011, а вот Modern Warfare без числового значения, она вышла в 2019 в конце октября. Вот, такие дела. Так что будем проходить три части по... порядку. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Окей, давай. Прицелься и стреляй по мишени. Понял, давай, куда они? Прицелься в мишень, Соуп. Угу. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Не, не надо. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Окей, давай. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Отлично! Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Окей, окей. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Понял, давай. Отлично. Да это вообще легкотня, братуха. Теперь возьми из арсенала пистолет. Так, погнали. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. А нахрена было переключаться? Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Отлично. Вы просто так арбузы переводите. Да, всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Ну все, давай, удачи. Что сделать надо? Обнаружь капитана Прайса по индикатору цели. Так, это я на менюшку нажал. Окей. Так, нажмите тап. Я нажал. Так, а куда идти-то? Подожди. А вот сюда. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Да нормально у меня имя. Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. Окей, окей, понял. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Угу. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Все понятно. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! Ё-моё, тихо. Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Ёпта, где я на... Бросай гранату через дверь! Все понял. Бросай гранату!
Ёпту налево, ах. Да не ори. На конечную позицию. Беги до финиша. Ладно, Сол, достаточно. Ты прошел испытание. Все, спасибо большое. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. О, это как я проходил, да? Десантная операция. А, нет. Тебе приготовиться. Вылет в 0200. Вольно. Так, рекрут для начинающих игроков. Для ваши боевые навыки пройдут проверку. Высокий, суровая проверка ваших боевых качеств. Ветеран невероятно сложен. Давайте на среднем. Да-да-да, на среднем пойдем. Соуп МакТавиш. Зовут нашего главного героя, за которого мы будем играть. Все данные об этой операции мы получили от нашего шпиона в России. Посылка находится на борту грузового судна, эстонский регистрационный номер 52775. Экипаж небольшой, на борту будет охрана. Можно применить силу? Экипаж разрешено ликвидировать. База, говорит Молот 24, видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Корабль день 1, час ночи, где-то в районе Берингового пролива. Сержант Соуп МакТавиш, 22-й полк, САС. Хрена у него сигара. Уз прайса нашего. Нормально, он так закуривает. Так, вот и судно наше, я так понимаю. Вот это у них вообще шторм, начался жестко. Что, погнали, ребята. Огонь по усмотрению. На мостике чисто. Не стрелять. Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием. Вас все понял. Ко мне. Так, ну пойдемте, пойдемте. На лестнице чисто. Последний раз. В коридоре все чисто. Спи спокойно. В жилых отсеках чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Да у нас тут тоже все чисто. Работаем как надо. Но в этом противогазе ни хрена не видно. Рассредоточиться. Окей. Дистанция 3 метра. Понял, понял. Линейкой не буду отмерять. Двое на платформе. Я их вижу. Я не вижу. А, вон вижу фонари. Огонь по усмотрению. Я буду стрелять. Понял. Тихо. Тихо. Террорист нейтрализован. Я тоже убил его. Нейтрализовано. Это мой был? Не врите. Не врите, ребята. Террористы были нейтрализованы. У нас гости. Молот 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. А, вертуша сейчас разрулит сюда. Ну и хорошо. Б-6, у Молот кончается топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молот. Укров, Гриффин, прикройте шестого. Остальные за мной. Вас понял. Обалдеть, тут волны вообще жесткие. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу, пошли! Проверить углы! Проверить углы! Пошли! Да я зайду сначала. Проверить углы! Сейчас мы все проверим. Справа все чисто. Справа все чисто. Да. В коридоре все чисто. Да, все чисто, ребята. Все чисто, идем дальше. Справа все чисто. Все чисто, все чисто. Чисто, чисто. Движение справа. Вот у нас стреляет, классно. Террорист нейтрализован. Нейтрализован. В коридоре все чисто. Чисто, чисто. Проверить углы. Проверить углы. Слева все чисто. Идем дальше. Идем дальше. Ждать моего сигнала. Жду приказа. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне! Идем дальше!
террористов не видно. Да, вообще тут пусто, что-то странно. Быть на чеку. Так, у меня тут чисто, ребята. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Да, да, проходи. Пошли! Движение справа. Идем дальше. Это мы хорошо, хорошо разбираемся с ними. Тихо. Вот так, нормально. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Да, давай быстрее, ребята. Че вы стоите там? Готов. Да, тоже готов. Готов. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Чуть не первым, чуть не умер на первом задании. Тихо. Ё-моё! Ребята, вы их вообще кроете? Уйди! Ты чё мешаешь мне, блин? Жопа вообще. Так, ладно. Погнали, попробуем еще раз. А это точно средний уровень сложности? Это не ветеран, блин? Один я все разрулил. Так, сюда, сюда, тихо. Террорист нейтрализован. Да, я все сделал. Да все нормально, не волнуйся. Да, 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 чисто все. Все нормально. Очень сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б-6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка миг. Нам лучше уходить. Сук, хватай декларацию из ящика, быстро! Так, все на палубу, бегом! Все, бежим, бежим, бежим. Что за декларация? Зачем она? Так, садись с корабля, новое задание. Все, погнали. Ёптую налево. Ну это ГГ, пацаны. Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку. Да хреново слышим. Поднимите меня, ё-моё. Да, уходим, усатые, побежали. Охренеть, он лестницу пробежал очень быстро. Да, 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 пойдем, пойдем, пойдем. Тихо, 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 идем, идем. Да ёб твою, да, уходим. Бля, чё застреваешь? Ё-моё! Да как? Я не медлил. Вы чё, я на shift нажал и побежал. Давай, давай, ну. Что-то меня как-то сейчас не везет вообще. Ну, 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 давай. Оп, 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 оп. Ну я же говорю то, что я не медлил. Отвечай, Б-6, где ты, черт тебя дери? Да мы бежим из этого судна, успокойся. Охренеть, меня тут камера перекосила вообще. Ёб твою налево, погодите. Да сейчас, ребята. Ё-моё, ещё слоу-моу пошло какое-то. Ё-моё, вот так. Эй, спасайте меня. Офигеть! Спасибо!
Поймал. Понял, сматываемся отсюда. Так, задание выполнено. Все отлично. Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. Да, ну шторм вообще лютый, ничего не скажешь. Infinity World представляет Call of Duty Modern Warfare 4. Это первая часть из четырех, которые я не буду проходить. Ну, только три пройду, а последний у меня не потянет комп. Вот и все. А три мы пройдем спокойно. Запишем и все, выложим на канал. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки там, комментируйте. Плейлист будет в описании и так далее. Приближается автомобиль. Продолжать слежение. Так, а мы что, все время будем за соу поиграть или как? Или там как-то мы будем меняться там с другими, как-то пересекаться или с других солдатов играть? Мне же надо, что Call of Duty, она, ну, она не линейная, то есть там бывает из-за разных людей играешь. То есть разные промежутки времени идут. Так, кого-то тащат. Кто-то в заложниках у нас. А, видимо, это мы. Ну да. Сегодня мы вновь восстанем, как единая нация, перед лицом предательства и коррупции. Сука, блин, зачем меня бить надо было? Нормально, такой музон кочевый. Мы все доверились этому человеку, чтобы он привел наш великий народ к процветанию. Роджер Абрахамсон, Махамад Алави, тот Алабиран. А, это эти. Разработчики игры, я так понимаю. А я думаю, это его зовут так. Но как же и наши монархи до революции? Он вступил в сговор с Западом, преследуя только свои личные интересы. Я лучше звезда какая-то местная или что? Меня на казнь ведут. Сейчас узнаем. Такие сговоры порождают рабство, а мы никому не позволим сделать нас рабами. Ё-моё, тут вообще гражданская война начинается в стране, я так понимаю. А это самое страшное, что может быть. Потому что своих убивают. Пришло время показать, на что мы способны. Они недооценивают нашу решимость. Покажем им, что мы их не боимся. Индена. Мы единый народ, и мы освободим наших братьев в зарубежных странах от оков. Блин, он так хорошо говорит. И люди ему верят, то, что все это произойдет. Всех он спасет и так далее. Не, музон кочевый, вообще мне нравится. Он сейчас, конечно, не видит, но я сижу просто балдею. Наши войска сильны, наше дело правое. Уже в этот самый момент наши войска приближаются к своей цели, а мы так восстановим независимость некогда великой нации. Ого, хрена себе стреляют. Спасибо, ребята. Только бить не надо. Священная война началась. Сука, он еще меня и ногой прибил.
Да уж. А чё, вы куда ведёте-то меня, ребята? Пардон. Хрена себе ты, Хоттабыч. Дай за бороду дёрну разочек. Тихо-тихо, ребята. Это... Как они разрушали нашу страну, так и мы разрушим их. Вот так все и начинается. В смысле, тихо. Отойди от меня. Хрена себе, поворотик. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Ну, погнали Николая спасать нашего. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Так может мы его не проводим, а спасем, ребят? Что за фигню он сказал сейчас? Наш бородатый. Так, полное затмение. День 2, час ночи. Кавказ, Россия. Сержант Соуп Мактавиш. 22-й полк. Огонь по усмотрению! Спокойной ночи! Да иди ты налево, ребят. Ну все. Че, пойдемте? Прайс, ты же ведущий. Ну, ясно. Так, ну тут такая природа красивая, Кавказа, ничего не скажешь. Красота неописуемая. Ну чё, где вы, мои содружники? Так, тихо. Смотрим внимательно, внимательно все осматриваем. Так, ликвидированы внешние ликвидировать внешние караульные посты. Наша задачка текущая. Хорошо, так и сделаем. Соп, установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. А, 6, подождите. А как привлечь-то их? Побежать к ним, что ли? То есть вот так, что ли? А зачем мину-то было ставить? Она слишком громкая. Просто забежал втроем. Забежали бы втроем, у всех убили бы спокойно. Ну что-то капитан Прайс, он какой-то странненький чуток. Ну ладно, это от него зависит, не от меня. Главное, что он хороший воин и так далее. А это уже потом приложится. Не, ну красиво тут, красиво, ничего не скажешь. Ты чуешь, Газ? Ни хрена я не чую. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми.
Так, обеспечить снайперскую поддержку с дороги. Иван, приготовься к атаке. Новая у нас миссия. Чё, какое-то эхо у нас идет? Да. Так, погодите, нужно посмотреть настройки. Что-то по звуку как-то странно. Так, так, высокая, все правильно. Общая громкость, чуть погромче сделаю, применить, да. Так, короче, я продолжаю запись, потому что я тут настройки какие-то менял. Ну, сейчас все сделается и нормально будет. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. А я солп, а мне что делать? А, я с газом? Окей, погнали. Хрена себе, фейерверки полетели. Так, ну окей, погнали. Так, а что делать? Окей, взял. Мне бы еще вылезти отсюда, люди Комарова, подождите. А, через стену. Понял. Ну там стена, а не картонная стена. Ну, стена из кирпичей и все такое. Че, все, я убил его? Ой, подождите, меня сейчас тут завалят. Да хорош. Хватит, ребята. Ну и чего? Вертолеты. Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Но я и не говорил, что их здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Фрайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Да, окей, все это по-разному сделаем, но только... Нормально все. Все времени вам нужно. Задержу. Погнали, газа. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Сэр, у нас будет подключаться вертолеты. О, нормально. Гранату запульнул им. Так, вон еще. До свидания, ребята. Охренеть, я прям перед РПГ прошел сейчас. Вот так. Сейчас мы их выкурим все. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Главное, чтобы меня не задевали. Ёп, ты, да сейчас вы меня прикрывайте, ребята. Так, меняем. Капитан Брайт, мои люди попали в окружение. Прикройте их с утёса. Где наш шпион? Время на исходе. Так помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. А с танком что делать? Или как это? БТР или что это? Ну, бронетехникой. Что с ней делать? А, все, пацаны разобрались. Нормально. Цели на северо-восток. У нас потери. Так. Так, пошли посмотрим, чего у нас тут. А тут у нас ни хрена. Вот и хорошая снайперская позиция. Минус противник. Это он за меня озвучивает? Враг на 12 часов. А, 12 часов. А я что, вижу, что ли? Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. А ты чё нас подстёгиваешь так? Подкалываешь? Зачем, Комаров? Я ж тебя как прижму мухобоечкой. И до свидания. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... В доме. В доме. Не так уж сложно. На северо-восточном краю деревни.
часов, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случилось. Все, понял, погнали, погнали, погнали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, вот это вообще экшончик. Так, ладно, берем нашу винтовку, стреляющую хорошо и получше, чем это. Но я про то, что скорострельность. Ничего такого. Так, присядем, присядем. И погнали. Так, минус один. Так, ладно, считать не буду. Так, под гранатомет. Гранатометный у нас огонь. Гранатометный огонь. Так. Так, бежим нахрен. Так, я ни хрена не вижу, я пойду поближе. Зато меня видят. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, ё-моё. Если человек делает все возможное, чего он еще желает? Джеймс Паттон. Ой, етит твой налево, я своего убил. Блин, извини, мужик. Тихо, 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 тихо. Вот так. Блин, меня вообще тут выкашивают нормально так. Тихо, вот так. Прикрываем, нормально, все, побежали. Ёпту, налево, тихо, опа, ребята. Вот так. Не, ну хорошо, хорошо работаем, ничего не скажешь. Не, тут вообще музыка кочевая. Тихо, 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 вот так. Заходим, заходим, заходим. Просто холодное внимание. Етит твой налево. Да уж, так, идем спокойно. Не волнуемся. Вот так. Идем спокойно. Вот так. Главное не торопиться. Сука, гранатометчика нужно вынести, потому что он меня убил в прошлый раз. Так, тихо. Вы почему не контролите, ребята? Надо контролировать все. Так, тут чисто, чисто. Прием, прием, тут чисто. Там написано очень матерное слово, не хочу его озвучивать. Слово из трех букв начинается на ха. Ха-ха-ха. Ну вон там, ну вон. Я даже винтовку вам покажу. Вон. А. Газ, пошли. Я прикрываю, братуха. Не, музон вообще классно тут. Все, понял, 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 понял. Не ори, не ори, тихо. Да тихо, тихо. Так, электричество отключено. Вперед. Так, сейчас вообще будет экшен. Тихо, 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 тихо. Электричество отрубили. Так, 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 так. Второй этаж, второй этаж. Так, перезарядочка. Перезарядочка. Компьютер. Найдено 2 из 30 обломков вражеского аппарата. Так, можно снять его. Все отлично видно. Так, тут у нас чисто. Так, одеваем дальше. Н. Вот так. Ёб твою налево! Тихо, 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 тихо. Так, это наш. Все, Н снимаем. Что вам нужно? Кто вы? Николай. Это он. Николай, ты в порядке? И ты сможешь? Да. Я и воевать могу. Ну пойдем, что стоишь? Говорит Б6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Да, 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 пойдемте, пойдемте. На связи, Орлан. Мы в пути, конец связи. Так, все, отключили. Все, пойдемте. Так, у нас тут везде все перезаряжено. Все отлично. Так, а вот и наша вертушечка. Все, уходим. Да, ну красоте, ничего не скажешь. Вообще атас. Можно даже на превьюшечку так взять, короче. Так, подойти. Не, вот, вот, короче, вот так. Вот, да. Вот прекрасно. Или вон то. Ну, посмотрим, как пойдет.
Так, а что, мы все заканчиваем нашу миссию или как? Я просто серию хочу закончить уже. Так, ну классно, Николая спасли. Так, ну короче, давайте нас сейчас на следующую миссию перекинут и закончим серию на этом. Так, видимо, мы сейчас будем играть за сержанта Паула Джексона. Первый морской дивизион или что там написано было. Окей, 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 мы поняли. Так, поставим на паузу. Так что, подписывайтесь на канал, ссылка на плейлист будет в описании. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на мою страничку. И вот, всем до встречи и пока.